Смотрите канал «Улица Москвы». Мы находимся в Красногорске. И сейчас в этом выпуске погуляем по улице Жуковского. Идем от Волоколамского шоссе в сторону железной дороги и жилого комплекса Red Hills. Микрорайонов СГШ и райцентр. Это еще улица Чайковского. Прям такие перепады рельефа, да? Ну, понимаю, почему Hills. В названии того жилого комплекса, который прямо видим, действительно холмы. ЦТП или как его называют. Ну, а Red, наверное, потому что город Красногорск, поэтому и красные холмы. Так, ладно, мы там мельком взглянем на него и будем завершать.
все, как понимаю, не сдано ничего. Ну вот-вот уже сдадут, по ходу дела. Гранд Хиллс они называются, я говорю, Ред Хиллс.